косметику, известную всему миру, компания Oriflame теперь будет и в Подмосковье. Наш корреспондент Анна Воропай одной из первых побывала на этой фабрике красоты. Это настоящий рай для модниц. Столько губной помады любой женщине хватит на всю жизнь. Только за один день с этого конвейера сходит 30 тысяч тюбиков. И это еще не все. Гели для душа, шампуни и дезодоранты будут производить миллионными партиями. Крупнейшую фабрику по производству косметики компания Oriflame открыла именно в России. Россия – это рынок номер один для нас по продаже, по объему. Значит, для нас это не только одна страна, это почти наша родина сейчас. Минимум электроэнергии, воды и вредных выбросов. Современное предприятие не только экономично, еще и безопасно для экологии. Это подтверждено сертификатом LEED, это американский сертификат, который дается только тем компаниям, которые выпускают экологически чистую продукцию. Не только саму продукцию, но и все, что связано вокруг с ней. Компьютеры управляют производством. Автоматические линии упаковывают, механизированные погрузчики отправляют на склад. Благодаря новейшим технологиям здесь удалось создать 500 новых рабочих мест. Для поддержания этой линии требуется целый штат квалифицированного персонала, как с точки зрения планирования, так и с точки зрения технической поддержки самой линии. Желание компании из Швеции расширять производство именно в России местные власти приветствовали. В кратчайшие сроки помогли подобрать площадку и поддерживали на всех этапах строительства. Новые предприятия, новые вливания в бюджет. И отсюда все новые, преимущества для наших жителей. Для Oriflame это очень важно, что мы продолжаем наши экономические связи с Россией. Если мы больше и больше торгуем, если мы больше и больше общаемся, мы будем дружиться. В строительстве новой фабрики и вот этих гигантских складов зарубежные инвесторы вложили 150 миллионов евро. Но эти затраты, уверены в компании, скоро окупятся. Ведь отсюда, из Подмосковья, продукцию Oriflame будут отправлять не только в российские регионы, но и в страны СНГ и Евросоюза. Анна Воропай, Елена Хмура, Альфред Оя, РЕН-ТВ.